Радужный фонтан как знак. Эта ливневка от мусора прочищена. В арсенале у специалистов 10 единиц различной спецтехники. Каналопромывочные, насосные, бригадные машины, в которых есть все необходимое оборудование для оперативного устранения засоров. А иногда техника не нужна, достаточно применить силу рук. Работа непростая, что для нее использовать, мастер бригады решает на месте. Для поддержания систем водоотведения поверхностных сточных вод в рабочем режиме используется как ручная прочистка, так и с использованием спецтехники. Мобильные бригады МУП «Город Сочи Водосток» работают по плановому графику, прочищают ежедневно от 10 до 13 элементов сетей ливневой канализации, также отрабатывают заявки от жителей города. Специалисты говорят, что 80% засоров ливневок происходит из-за недобросовестного пользования. В открытых лотках специалисты находят строительный и бытовой мусор. В дождеприемниках масса окурков, бутылок, фантиков и всего того, что должно бы оказаться в мусорном контейнере, а не в системе ливневой канализации. Основной акцент на ливневке и коллекторы расположены на территории и вблизи социальных объектов. По поручению главы города Сочи. Силами МУП города Сочи Водосток будет усилена работа, направленная на расчистку ливневых сетей, сетей отвода ливневых вод в отношении социальных объектов, в том числе образовательных учреждений. В среднем в неделю мобильными бригадами расчищается 5 километров сетей. Каждый день работники МУП «Водосток» устраняют более 25 засоров городской ливневой канализации. Ну а всего до конца года в Сочи будет отремонтировано 10 километров сетей водоотведения. Асаль Тулигенова, Дмитрий Петрий. Время новостей.